В зале присутствовали несколько десятков представителей разных ведомств и учреждений курорта. В течение 2018 года в Сочи были успешно проведены масштабные учения в целях отработки профессиональных навыков экстренного реагирования и предотвращения чрезвычайных ситуаций. С поставленной задачей все службы справились на отлично. С учетом сложной военно-политической обстановки, вопросы гражданской обороны на сегодняшний день очень актуальны. И этот вопрос надо двигать и работать качественно. В своей деятельности мы в первую очередь руководствуемся 28-м федеральным законом о гражданской обороне, где четко прописаны задачи, которые выполняют в том числе муниципальное образование, организация учреждения. Это базовые задачи, которые должны быть исполнены в кратчайшие сроки, где-то они выполнены в полном объеме, но есть еще над чем работать. На заседании также отметили, что все ведомства курорта в преддверии новогодних праздников работают в режиме повышенной готовности.